Пятый канал представляет. Проходи. Я заждался тебя. Это что за маски-шоу? Давай, слушаю. Лё, Вась, ты случайно, что ли, набрал? Лё, Вась. Да? Тань? А. Таня, что такое? Ты время видела? А, что случилось? Что случилось? Ну, мы сегодня ужинаем в нашем ресторане. Да. Точно. Дим, прости, пожалуйста, я забыла. Давай, 5 минут, я жду в машине. Так, хорошо. Вот вы где. Слушайте, я не могу дозвониться до нашего Василия Ивановича. Он сначала телефон просто не брал, а потом он был выключен. Ну, я ему тоже звонил, он недоступен. Ник, у него сегодня вечером дела личного характера. Поняла. Только вот он всегда отзванивается. А, да, Ника, слушай, если ты не собираешься домой, можешь помочь Фазику, пожалуйста. Его Литвинов завалил документацией. Хорошо. Спасибо. До завтра. Да, счастливо. Тань, 5 минут, я в машине. 5 минут, хорошо. Так, 5 минут, 5 минут, 5 минут. Манда. Купи. Бустулда, я была. Переведи. Я была булда. Слушай, Ника, я так больше не могу. Весь день работаю, ночь работаю, а Василий Иванович там что, развлекается? Так, а давай бартер. Это что такое? Перевожу. Я помогаю тебе с этими бумагами, и за это ты отвозишь меня в одно место. Окей? Без проблем, ты мой золотой человек. Муа! Куда ехать? Ты далеко? Нет, к одному другу. Ты не знаешь. Поехали? Поехали. Она что, думает, что я не знаю, где Василий Иванович, что ли, живет? Ты зачем меня обманула? Я тебя не обманываю. Может, поможешь? А? Ты что, думала, я откажусь ехать к Василию Ивановичу? Не ворчи. Тогда зачем этот весь цирк вообще нужен? Так, Фазик, спасибо, дальше я сама. Давай. Нет. Я тебя одну не пущу. Пошли вместе. Стой. Че? Камеру завяжешь.
очень странно. Василий Иванович дверь не закрыл. Да, где он сам-то? Дядь Вась! Пазик! Черт! Дышит. Живой. Срочно, скорую. Да. Аптечка. Алло. Алло. Что говорит? Скажи адрес. Да. Скажи, что пулевое. Да, скорая. Тут мужчина. У него пулевое ранение. Адрес записывайте. Набережная канала Грибоедова и дом 80-81. Домофон есть, да, въезд во двор. Он без сознания, большая кровопотеря. Пожалуйста, поторопитесь. Боже, пожалуйста, быстрее. Дим, не маячь, все, выпей. Это успокоительное. Я спокоен, Лев Романович. Так. Ника прислал мне информацию по последним звонкам с телефона Литвинова. Ты говорил, у него была какая-то личная встреча? Свидание. Свидание. Вот именно ей Литвинов звонил незадолго до случившегося. Демченко Василиса, замужем, 40 лет, детей нет. Послушайте, ну это не в принципах Васи встречаться с замужними. Ну, может, просто она скрыла факт замужества? Вне зоны. Надо ее срочно найти. Татьяна Ильяна. Нет, Лев Романович, спасибо. Лев Романович, все-таки накапайте мне того же. Покрепче. Сейчас. Нормально все. Ну, что там? Скорая уехала, ничего не сказала. Как же так? Почему она мне позвонила? Что с ним, с телефоном-то? Ну, телефон разряжен был. Я сейчас смотрю контакты, переписки, ну, как обычно, соцсети, фотки. Пока ничего нет. Но я буду что смотреть. Фазик. Как я так мог с Василием Ивановичем? Нет мне прощения. Так, Ахмединов, держи. У меня свидание, а ты займись бумагами. Василий Иванович, я тоже домой хотел пойти. Какой домой? Я имею право на личную жизнь или нет? Давай, давай. Я тут один буду до утра с ним возить. Вот как раз к утру это и надо сделать. Работай. Чтобы это было худшее ваше свидание. Фазик, соберись, пожалуйста. Соберись. Нам нужно все здесь осмотреть еще раз. Нам надо понять, вот как произошло. Ну вот. Смотри. Когда преступник оставляет оружие на место преступления? А тут сразу два ствола. Ну, этот вот Василий Иванович, он снят с предохранителя. Видимо, он пытался защитить себя. Так, мне нужно в любом случае мне нужно посмотреть пальчики, пробить стволы по базе. А еще, наверное, посмотреть камеры наружного наблюдения. Вдруг там преступник тоже наследил. Точно, наследил. Надо посмотреть наличие следов. Вот. Так, давай я смотрю здесь, а ты начни с кухни. Хорошо, супер, давай. Так, значит, преступник пошел сюда, выстрелил, Василий Иванович упал. О, след. Угу. На мой не похоже, на нога меньше. А врачи были в бахилах. Так. А где Вася? А вы кто? Что это такое? Вася! Да кто? Ну что это было? Кто это? Не знаю. Ты кто ты стоишь? Давай за ним. Ага. Бегом! Неизвестный нападает на Литвинова в его собственной квартире. Литвинова отвозят в больницу с огнестрельным ранением. Фазик и Ника осматривают место преступления. В этот момент на пороге появляется мужчина с битой. Увидев сотрудников, незнакомец пытается скрыться. Ты
такое вообще? Дим. Ника и Фазик привезли подозреваемого? Нет, они еще на квартире ищут улики. Его сейчас сотрудники доставят. Подожди. А, Фазик прислал паспортные данные задержанного. Отлично. Демченко Максим Борисович, 45 лет. Демченко? Муж той самой Василисы Демченко. Значит, все-таки ревность. Интересно только, зачем он вернулся на место преступления? Не знаю, испугался, убежал, вернулся оружие забрать или там отпечатки стереть. А, Дмитрий Владимирович, Демченко доставили, его в допросную? Так точно, проводи. Есть. Отлично. Таня, я сам проведу допрос. Хорошо. Наш сотрудник сказал, что вы спросили, где Вася. Это я про жену свою, Василису. Ну, она на связь не выходит, дома не появляется. Что делали на месте преступления? А можно водички? Повторяю вопрос. Что делали на месте преступления? У нас с женой тяжелый период. Недавно начал подозревать ее в изменах. В общем, на грани развода, понимаете? Нет. Ближе к сути. Промониторил ее соцсети. Узнал о свидании. Из сообщений взял адрес. Караулил, выжидал ее. Нервы не выдержали, поднялся в квартиру. Бита зачем? Ну как зачем, чтобы разобраться с этим козлом. Всю правду, быстро говори! Да я все рассказал. Я советую вам признаться, пока не поздно. Дмитрий Владимирович, нам надо поговорить. Здесь сиди. Что? Дима, пожалуйста. Я спокоен. Хорошо. Дима. На Демченко у нас пока ничего нет. На его руках и одежде следов пороха мы не нашли. Вася, в больнице, мы не знаем, что с ним. Это Демченко наш единственный подозреваемый. Дим, я понимаю. Но давай мы сейчас отключаем эмоции, включаем разум. Это нам поможет намного больше. Да, извини, ты права. Да. Ну что, Лев Романович? Дмитрий Владимирович, ну прости. Я уже не знаю, каким богам молиться. Ну, хоть столько вам. У меня нет слов, у меня одни матерные. Держи. Совсем ничего? Вообще. Спасибо. Фазик, ты смог поспать? Как раз хотела тебе звонить. Жена Демченко объявилась в сети. Я пробила геолокацию. Это какой-то танхаус на окраине. А точный адрес есть? Есть, я его тебе уже скинула. Туда я поехал. Давай. Вот, Тань, посмотри. Угу. Пистолет левый, отпечатков на нем нет, как и в квартире Васи. А следы обуви, оставленные на месте преступления, Демченко не принадлежат. Да и пистолет где он мог достать? Я сделала запрос по Демченко. Угу. Ни родственников, ни друзей судимых у него нет. В армии он не служил. Мне кажется, здесь действовал кто-то посерьезнее. Согласен. Так, ну смотри, Василий раскрыл много дел. Может быть, ему кто-то угрожал из тех, кого он посадил. Да, это надо проверять. Демченко отпустили? Вчера еще. Хорошо. Да, Ника. Тот, кто набросил тряпку на камеру, сам не засветился. Это странно. Угу. Спасибо тебе, что вчера побеспокоился о Василии Ивановиче. Да ладно. Ника, надо поднять все дела, которыми занимался Василий. Вполне возможно, это месть. А где Фазик? Василиса объявилась, и Фазик поехал к ней. Хорошо. Так, ну похоже, что здесь. Здравствуйте.
Вы Василиса Демченко, да? Да, вы кто? Лейтенант Нахмеддинов. Угу. Простите, вина с подругой вчера выпили. По какому поводу пришли? Скажите, пожалуйста, вы Василия Ивановича Литвинова знаете? Да, что случилось? У него вчера ночью стреляли. А кто стрелял? Он жив? В больнице. Скажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились? Смотрю, грандиозные закупки. Ну да. Вы знаете, что вы совершенно ослепительны. Спасибо. Вы далеко живете? Да нет, во дворах. Хотите, я вас подвезу, я на машине. С удовольствием. Чудно. Давайте. Прошу. Вы сумку свою забыли? А, да. А почему на свидание не пришли? Совестно стало. Мы просто с мужем официально еще не развелись, поэтому я выключила телефон и всю ночь провела у подруги. Скажите, пожалуйста, а как давно у вас отношения с Василием Ивановичем? У нас не было отношений. Мы просто общались. Вот вчера хотели встретиться, но не получилось. Хотя он мне понравился. Что врачи говорят, с ним все хорошо будет? Да, поправится. Вы телефон не отключайте, я вам еще позвоню. А скажите, пожалуйста, когда вы с ним познакомились, Василий Иванович был в спортивном костюме? Да. Так, это кто у нас? Алексей Чернышов, 50 лет, кличка Черный. Рецидивист, сидел за бандитизм. 2 недели тому назад он вышел на свободу. И угадай, кто его посадил? Литвинов. Именно. Я изучила судебный протокол. Он угрожал Литвинову прямо в зале суда. Если дословно, он говорил: «Я пристрелю тебя, как собаку». Чернышов прописан на Дальнем Востоке, но сидел здесь. И после освобождения билеты домой не покупал. Конечно, ни одной симки на него не зарегистрировано. Ну, понятно, своих дружков отсиживается. Так, Ника, срочно пробивай его знакомых. Угу. Так, а Фазик где? Поехал к Литвинову в больницу. Извините, извините. Вы же лечащий врач Литвинова? Да. А не переживайте вы. Мы сообщим вам сразу, если что-то изменится. К сожалению, он потерял очень много крови. И сейчас находится в реанимации, без сознания. Извините. Спасибо. Спасибо. Да, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович, вы не загоняйтесь раньше времени. Не, не, не. Мы же знаем, Василий Иванович сильный, да? Всем покажет еще. Так, не время впадать в депрессию. Нет. Удалось выяснить что-нибудь про подельников Чернышова? Да. Константин Трифонов, 45 лет, кличка Кастет. Подельник Чернышова трижды судим. И он, кстати, проходил по одному делу с Владимиром Радиминым. Замечательно. Трифонов, как и Чернышов, прописан в другом городе. И где оба скрываются сейчас, нам неизвестно. Тогда у меня, кажется, есть вариант, как мы можем выяснить, где он. Как? Дмитрий Владимирович, сразу предупреждая, план вам может не понравиться. Татьяна Андреевна, я на все согласен. Кажется, я знаю, куда и с кем отправить Фазика. С кем? С твоим отцом. Дима, отец прекрасно знает Кастета. И он может вывести нас на Чернышова. Послушайте, нам прекрасно известно, кто такой мой отец. А если он там что-то натворит, что тогда? Дима, у тебя есть другие варианты? Нет. Вы правы, Татьяна Андреевна. Ника, значит так, держи связь с Фазиком. Пускай он постоянно докладывает, что там происходит. Субъект опасный. Не хватало, чтобы с Фазиком что-то случилось.
Ага. Вот и наш клиент. Ты сиди, кури. Я сам. Это еще зачем? Береженого Бог бережет. Привет, Костет! Сколько зим, сколько лет? Что надо? Я завязал. Да ты мне не нужен. Человечка одного ищу. Лёх, Чёрный, вы ж друганы. А у меня к нему дело. На миллион. Давно его уже не видел. Но как увижу, я тебе, братан, обязательно скажу. Да брось, Костет. Чернышов! Подожди! Свои расследуют покушение на убийство майора Литвинова. Сыщики выясняют, что Василия Ивановича обещал убить Чернышов, преступник-рецидивист. Незадолго до покушения Чернышов вышел на свободу. Благодаря криминальным связям отца Радимина, своим удается найти адрес, по которому Чернышов скрывается. Может, вам это, скорую? Это ему скорую надо. Надо его вязать, пока живой? Он не очнулся. Давай. Ну, падла, я тебя запомнил. Я тебя тоже. Лев Романович. Лев Романович. Да, Дим. Ну, как вы? Да спасибо, получше. Вот, нашли при обыске квартиру Чернышева. Посмотрите. Угу. Слушай, ну я не уверен. У преступника была стерта левая сторона. А пистолет вообще доказывает, что Чернышев не виноват. Почему? Ну, смотри. Преступник оставил пистолет на квартире у Василия. Да. И сразу же приобрел новый после покушения. Сомнительно. Угу. Чернышев-то сам что говорит? Да молчит, как рыба. Подельник сдал его с потрохами, сказал, что Чернышев через него приобрел пистолет. Угу. А Литвинове он вообще ничего не знает. Можно? Голос. Лев Романович, осмотрите, пожалуйста, я ушел. Приветствую, Лев Романович. Ох, глянь, что ты. Ну что, доктор, я жить-то буду. Вскроем, посмотрим. Это кто это делал-то? Фазик. Понятно, узнаю руку мастера, пошли. А вы чего здесь? Давно уже пора. Ты как? Головой немножко ударился. Татьяна Андреевна, я когда встретился с Василисой, у меня идея пришла. Она говорила, в общем... Ника, переведи, пожалуйста. Короче, Фазик узнал, что дядя Вась ходил в спортзал. Угу. И с Демченко он встретился как раз после занятий. Но спортзал древний, нет ни абонемента, ни сайта. Угу. Но мы его нашли. Хорошо. Так вот, я хочу туда внедриться как спортсмен и выяснить, вдруг у кого был какой конфликт с Василием Ивановичем. Как спортсмен? Фазик, отличная идея, но есть лучше. Какой? Прекрасная идея. Эй, брат, есть зарядник для телефона? Я свой дома забыл, торопился на работу. Первый день сегодня. Че, в АУЛ надо позвонить? Это АУЛ. Здорово. Привет. О, пацаны, тут серьезный боец. Слышь, фильтруй базар, зима. А ты че, меня тоже застрелишь? Ладно, пошли, пацаны. Ага.
А ты чё уши греешь, чурбан? Бери Машку и вперед. Я, значит, развернулся, хлобысь ему между ног. Кассет вывел и по шее ребро. Вот эти ребро. О, да, круто. Тихо. Пап, а ты почему до сих пор здесь? Пойдем провожу. Что? Уезжай, видимо. Залечь на дно. Чернышов мстить будет. Чернышов и его подельника мы закроем, ты не переживай. Даже если он не имеет никакого отношения к нападению на Литвинова. У него люди на воле остались. Но я думал, перед отъездом посидим, поговорим. У меня коньячок есть, знатный. Какой коньячок? Не до этого. Все, свободен. Надумаешь, позвони. Все доброго. Научите удару. Займемся. Таня, а ты не в курсе, где Фазик? Не могу до него дозвониться. Я отправила его в спортзал, где занимался Литвинов, под прикрытием уборщиком. А ты в курсе, что это какой-то левый подпольный спортзал, где одни гопники собираются? Да, Дима, я в курсе, но Фазик же тоже не мальчик для битья. Воруешь, крыса? Пацаны! У нас крыса завелась. Прикиньте, шкафчик мой шмонал. Слушай, да ничего я не шмонал. Я убирался, да? Реально шмонал. Да? Да говорю же, пыль вытирал. Если хотите, могу вообще туда не заходить. Раздевайтесь, одевайтесь в грязи. Братан, ты по себе-то остальных не суди. Слышь, ты чё тут босса решил включить? Я за свой косяк отомстил. Ну давай проверим, кто кого. Так, я не понял, а где таджик-то? Ника, как там Василий Иванович? Не хочешь говорить? Знаешь, я это, когда в детстве болел, мне мама все время бульон куриный готовила. И если листик попадался лавровый, она говорила, о, это к письму. Я потом все эти листики и съедал в итоге. Слушай, давай чаю, а? С лимоном. У меня печеньки есть, да? Сейчас, сейчас. Всего один звонок. Пожалуйста, всего один звонок. Возьми трубку. Возьми трубку. Ну. Похоже, что Фазик нашел подозреваемого. Так. Вот. Савелий Пискунов, 20 лет. Он занимается в одном спортзале с дядей Васей. Ага. И Фазик слышал, будто бы он отомстил кому-то из посетителей. А еще нашел в его шкафчике берцы. Подожди, подожди, Ника, будто бы кому-то... Что конкретно Фазик сказал? Да я не знаю, мы поговорили буквально 5 секунд, потом он выключился. Как Фазик? Что с ним? Все в порядке? Я не знаю, просто слышал какие-то крики на заднем фоне. Так, мы не можем рисковать еще одним сотрудником. Тебе она, Хаджи! Ходи по-хорошему! Что я тебе сказал? Че ты там прячешься? Стой, где стоишь, понял? Я тебя ударю! Сильно, понял? Стой, говорю! Отпусти! С
свои расследуют покушение на убийство майора Литвинова. Выяснив, что Литвинов занимался в спортзале, Фазик внедряется туда в качестве уборщика. Вскоре он понимает, что в зале занимаются начинающие бандиты. Узнав о том, что Фазик обыскивал их шкафчики, они угрожают ему расправой. А я тебя защищал! Мужики, гаси его! Вали его! Надо! Руки за голову! Ты Нахмединов? Я. Живой? Да. А где Пискунов? Ты куда? Спасибо, брат. Спасибо. Видишь, Нахмединов? Раз, и ты уже спецназ. Стараемся. Молодцы, парни. Объявляю благодарность. Начальник, чего вы меня сюда притащили-то? Что это за беспредел, я не понимаю. Фильмов пересмотрел. Зовут меня Дмитрий Владимирович. А почему притащили? Расскажи, из-за чего произошел конфликт у тебя с Литвиновым. Слышь, полегче. Достал уже за последние два дня. Дядь, смотри, инсульт не получи. Тебя забыл спросить, щегол. Может быть, дружеский поединок? Посмотрим, на что ты способен. Боюсь зашибить ненароком. Да не боись, смотри, сам штаны не надуй. Че, испугался? Значит, вы согласились на тот поединок. И зачем? Пришлось. Не хотел облажаться перед пацанами. В общем, потом стали все стебать меня, особенно этот Зимин. А при чем здесь Зимин? Это же вы стреляли в Литвинова, так? По свидетельским показаниям ваших друзей, вы хвастались перед ними этим вашим подвигом, да? Да мало ли, что они там говорят. Конкретно улики есть, начальник? Там кровь на одежде или отпечатки на хате? Следы, обнаруженные на квартире Литвинова, оставлены вами. Характерность косподошвы, как на ваших берцах. Да мало ли у кого такие следы еще могут быть. Вся Россия так ходит. На вашей черной куртке, обнаруженной в вашем шкафчике, следы крови Литвинова, ознакомьтесь. Будем дальше отпираться, а? Пистолет где взял? У папы. Он в 90-е был уважаемым человеком. Уголовником, что ли? Ну, он уже завязал. Короче, в гараже украл. Я просто хотел стать главным. И все. На зоне не так весело, как ты думаешь, гражданин Пискунов. Терпи! Бог, показывай. Ничего страшного, обыкновенный ушиб. До свадьбы заживет. До свадьбы? Да какой свадьбы? Зачем свадьба? Действительно, зачем тебе свадьба? Чего ж ты тогда по ночам-то делать будешь? Ну-ка. Тихо! Да не ори. Вася в себя пришел, Ник у него в больнице. Я к Василию Ивановичу побегу. Да. Привет передавай. Ух ты, слава тебе, Господи.
Спасибо, конечно, за цветочки, но это лишнее. Как дела? Не дождетесь. Я скоро выпишусь, вернусь и снова буду вас гонять. Хорошо. Нахмедин, а что с лицом? Тоже спарринг устроил? Рассказал ему про Пискунова, да? Я когда Берца увидел, я сразу понял, что это он. Ладно, плевать на него. Что у вас? Какие новости? Ну, что было, то и будет, говорят. Но я живу с Емиг, и Мигу этому я рад. Ну, не могу я не цитировать Василия Ивановича. Ну, ладно, разрешаю. Жги своим хаямом. Сиди, 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 Криша, сиди. А Дима здесь? Чё-то дозвониться не могу. А, у себя был. А, нет, у Оленёвой. Но просили не беспокоить. Ясно. Ну что ж, не буду мешать. А что случилось? Я передать могу? Уезжай я, Гриш, в другой город. Вот проститься хотел. Так как? А научить вы меня еще обещали? В другой раз. В другой раз, Гриша. Все хорошо. Да, хорошо, что мы закрыли это дело. Ну что, Дим, могу сказать, что у нас прекрасная команда. Давай выпьем за здоровье Василия Ивановича и Фасика. И твоего отца. И моего отца. Да, Гриш, тебе чего? Дмитрий Владимирович, там ваш отец приходил, ну, вроде как попрощаться. Я ему сказал, что вы здесь, а он ушел. Спасибо, Гриш. Ну, ушел и ушел. Догони. Алло, мам. Привет. Как вы там с папой?